Последние 8 лет – самые жаркие за всю историю наблюдения. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации. А средняя температура в этом году будет примерно на 1 градус больше, чем в доиндустриальный период. Выбросы парниковых газов в атмосферу привели к повышению уровня мирового океана и таянию льдов. В связи с этим цели – удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градусов, вероятно, достигнуть не получится, заключают эксперты.